Подиумный макияж зачастую не вписывается в рамки повседневности и адаптируется, становясь более сдержанным и понятным. В этом проекте решили пойти чуть дальше и показать все тренды без купюр. Кому родился такой проект, он верстался буквально на коленках. То есть мы обзвонили, так первый, кто пришел в голову, допустим, телевидение, да, вот мы видим лица на телевидении, видим какие-то спортивные мероприятия, видим организаторов этих мероприятий. Я им всем позвонил, сказал, что будет классная, веселая команда. Приходите, будут классные визажисты, мы вам сделаем какие-то яркие, интересные, модные вещи. Задание я сперва придумал, то есть я всем изначально там в коммуникаторах рассылал прямо четко, что это у нас тренды, которые девушки могут мерить на себя, то есть это какой-то жизненный макияж, не нужно, допустим, каких-то, наверное, чересчур фэшн-образов. Но потом, когда я увидел вот этих всех людей, потому что каждый визажист — это творец в своем роде, то есть это художник, и я просто понимал, что рамки вот эти, они для них абсолютно не нужны. Я говорю: ребят, давайте, я вас верю. И действительно, мы сегодня увидели на лицах девчонок яркие краски, какое-то творчество, просто супер. Самой дерзкой и креативной оказалась работа визажиста Анатолия Туманова, смысл которой представила и отобразила стилист Саша Гаврилова. Для меня это странно, потому что я вообще очень давно уже стала все проще, проще. То есть у меня все очень просто. Вот. А в данном случае мы так взяли и все усложнили, что я говорю, мне очень любопытно, как это получится. Да, все очень индивидуально. Конкретно под человека и под одежду. Образ родился за один вечер. Это лейтмотив «Золотой реки». Девушка моет руки в «Золотой реке». Визажисты раскрывали новые грани внешности моделей, которые, в свою очередь, брали на вооружение смелые идеи. Меньше использовать хайлайтов, меньше использовать румяна. Убираем скульпторы жесткие. То есть сейчас больше на натуральность тенденция идет. И губки делаем более глянцевые. Сейчас популярно становится опять цветная тушь. Причем либо на нижних ресничках, либо на верхних. Дело тот неожиданный образ, который меня лично очень вдохновляет. И мне очень нравятся такие изменения. Они всегда позитивные, они всегда неожиданные. И дают какое-то новое вдохновление, вот действительно в какую-то свежую струю. Тренды макияжа от Пайзе дополнили наряды от бутика номер один, а запечатлила фэшн-луки и смелые образы фотограф Маруся Махмутова.